На минувшей неделе, 7 декабря, в городе над Бугом прошло очередное отчетно-выборное собрание Брестской городской организации Коммунистической партии Беларуси. В ходе мероприятия был заслушан доклад об итогах деятельности за прошедшие 2 года, дана оценка работе руководства горкома и озвучены планы на будущее. За истекший период городским комитетом была проведена немалая работа, и ее результаты стали одной из центральных тем собрания. За это время мы провели много значимых общественных мероприятий. В частности, в школе номер 8 провели круглый стол, посвященный теме «Роль личности Владимира Ильича Ленина в Великой Октябрьской социалистической революции и проблемы ее освещения в современности в предметах истории и истории Беларуси». Провели встречу с активом города, посвященным дню рождения Владимира Ильича Ленина. Были другие знаковые события и мероприятия с участием Коммунистической партии. В настоящее время Брестская городская организация ведет активную подготовку к знаковой дате – 95-летию со дня образования Коммунистической партии Беларуси. Выборы в местные советы депутатов – также одно из важнейших дел в списке планов. Поэтому в ближайшее время членам партии необходимо определиться с выбором своих кандидатов, а также наблюдателей на избирательные участки. Помимо этого, организация на протяжении всего времени будет продолжать вести работу, направленную на внесение предложений по улучшению жизни граждан. Коммунистическая партия ставит сейчас задачу, и я лично считаю, что это и правильно, делать, помогать нашему государству становиться крепко на ноги, решать многие еще нерешенные вопросы и, главное, воспитывать подрастающее поколение любви к родине, доброте, патриотизму. Мы стараемся, так сказать, и подсказывать нашему местному руководству, а партия в целом руководству страны вот в тех проблемах, которые возникают, чтобы как-то совместно действовать на улучшение нашей повседневной жизни. На проведенном отчетно-выборном собрании был в очередной раз подтвержден единый курс Коммунистической партии. Совместные усилия всех ее членов и единство в вопросах развития и укрепления позиций на деле показали свою эффективность, а потому сомневаться в дальнейшей скоординированной и плодотворной работе не приходится.